Прощанский коньячный завод. Создание коньяка всегда веяно таинственностью. Для создания самого аристократического напитка необходимо со строгой гармонией смешать солнце и виноград, вкус и прохладу правильно выбранной дубовой бочки. Неповторимое мастерство винодела и вековые традиции. Основываясь на этой истине, теряет смысл известное выражение. Потому что в этом случае все дороги ведут на Прощанский коньячный завод. В 1995 году приобрели завод и решили сразу же давать продукцию. Начали с игристого вина. Работали всего 8 человек, и с этим маленьким коллективом начали производить наше игристое вино. В 1900-х годах уважаемый Николай Шустов не мог даже предположить, что столица Армении Ереван сможет иметь такой коньячный завод, в основе истории которого лежит дружба, доверие, преданность и, конечно, создание ценности. В 1995 году мечта двух друзей, Армена Гаспаряна и Эдуарда Чубаняна, стала реальностью. Оставшийся с советских времен завод превратился в известный сегодня Прощанский коньячный завод. Имена учредителей обрели бессмертие на фасаде Прощанского коньячного завода. В первый год мы продали всего 6 тысяч бутылок вина. В то время мы даже не могли предположить, что через короткое время весь мир будет пить наше вино, что мы будем иметь такой успех, что на нашем предприятии будут работать более 500 человек, и мы будем иметь такую большую географию – от Китая до Канады. Получивший свежее дыхание, завод начал быстрыми темпами развиваться и двигаться вперед. Уже в 1997-1998 годах завод сделал свой первый большой шаг. Впервые в Армении начал производить гранатовое вино. Из наших вин хочу выделить ряд резервных вин «Партес», которые удостоились высокой оценки как со стороны простых потребителей, так и со стороны любителей вина и даже со стороны высококлассных специалистов. После участия в многочисленных дегустациях и мероприятиях они удостоились самой высокой оценки. Такие же шаги были сделаны в производстве водки, шампанского и, конечно же, коньяка. Сегодня в Армении самый большой ассортимент алкогольных напитков имеет Прощанский коньячный завод, который занимает передовые позиции в стране по продаже алкогольных напитков, обеспечивая 55% продаж. Завод производит от 3 до 30 лет выдержки армянский коньяк, который сделан из лучших сортов винограда Араратской долины. Самый богатый ассортимент коньяка в Армении имеет Прощанский коньячный завод. Более 200 видов коньяка, сегодня известных во всем мире. Армянская крепость, Карпет, Камар, Вартан Мамиконян, Поздравительный, Армянский символ, Староармянский, Сардарапат, Ширяз, Чаренц, Терьян, Рача Кучаш. Красивый ряд известных имен. И, конечно, коньяк Мане, который сегодня удостоился даже памятника как самый продаваемый коньяк на протяжении всей истории завода. Сотрудничая с разными странами и пытаясь сохранить старые армянские традиционные технологии производства коньяка, мы производим коньяк, который для всех доступен и приемлем. Поэтому мы производим коньяк разных сортов, разного класса и качества. Одним словом, коньяк для всех. Коньяк, производимый на этом заводе, выделяется букетом отличных ароматов, особой мягкостью, бархатистостью и отменным послевкусием. При производстве коньяка и вин мы стараемся сохранять наши старые армянские дедовские традиции, не отступать от них, и сегодня нам это удается. Конечно, речь идет и о количестве. Без техники невозможно обеспечить количество. Для завода также очень важно производство вин. Завод
известен производством современными технологиями лучших фруктовых вин – гранатовое, абрикосовое, айвовое, ежевичное. Из наших фруктовых вин гранатовое вино получило сертификат «Кошер», который считается символом чистоты и качества. Сегодня Рощанский коньячный завод, оснащенный высоким технологическим оборудованием, является гигантским современным производственным комплексом. Завод соответствует международным стандартам, так как оснащен современным оборудованием, которое обеспечивает и качество продукции, и чистое экологическое состояние. В Армении лучший виноград растет на территориях Араратской и Армавирской областей. Учитывая это обстоятельство, в 2006 году филиал Прощанского коньячного завода открылся в Арташате, а в 2009 году в Октемберяне. Сегодня на нашем предприятии работает более 500 человек, и мы обеспечиваем их средней зарплатой. Сегодня мы являемся одним из лучших налогоплательщиков. У нас есть около 2000 договоров с сельхозпредприятиями, которые поставляют нам сельхозпродукцию. Вклад завода в сельское хозяйство неоценим. Свою лепту завод имеет и в вопросе заготовки винограда. В период заготовки винограда двери завода открыты для каждого крестьянина, занимающегося виноградарством. На Прощанском коньячном заводе созданы благоприятные условия для работников. Я очень довольна своей работой. На Прощанском коньячном заводе созданы благоприятные условия для работников. Качество продукции очень высокое, потому что производится по высоким технологиям. Долгие годы работаю на Прощанском коньячном заводе. С каждым годом заметно повышается качество продукции, повышается зарплата работников, улучшаются условия труда, применяются новейшие технологии. У нас есть своя столовая, которой пользуемся. Питание хорошее, зимой предприятие отапливается. Все нормально. Во всех трех заводах Прощанского коньячного завода сотрудники лаборатории следят, казалось бы, за незначительными мелочами, строго соблюдая традиции приготовления армянского коньяка. В этом деле лучшие виноделы-технологи не жалеют ни сил, ни стараний. Для специалистов завода каждый раз получать совершенное качество является высшей целью. Мы сотрудничаем с заводами, которые производят для нашей продукции тару, ярлыки и бутылки. Они также имеют свое значение в сфере развития армянской экономики. Не переставая двигаться вперед и совершенствоваться, завод 5 лет назад посадил собственные виноградники, имея цель вырастить виноград только европейского сорта, который впоследствии, смешавшись с сортами армянского винограда, подарил бы особый вкусовой букет. Сделанные шаги оправдываются, а результат – ощущение счастья и очередная победа. Мы уже производим 8 миллионов бутылок алкогольных напитков. Показывая преданность и самоотверженное отношение к делу, имея цель достигнуть совершенства, в 2006 году Прощанский коньячный завод испытал свои силы в сфере производства консервов. Этот шаг также увенчался успехом. Мы сделали маленькую попытку, но она очень хорошо удалась. Так как у нас получилось, мы должны были сделать так, чтобы у всех была возможность пользоваться этим. И мы увеличили объемы производства. Весь мир попробовал, всем очень понравилось, особенно баклажановая икра. Сегодня уже ставший брендом Royal заслужил доверие и известен как в Армении, так и за ее пределами. Производство консервированных продуктов является одной из отраслей Прощанского коньячного завода.
Для производства консервированных продуктов компания Royal использует только лучшие овощи и фрукты Араратской долины. Экологически чистые, с исключительным вкусом и богатые витаминами. Применяя свои особые технологии, производством консервов занимаются лучшие специалисты в этой области. Что же касается вкусных рецептов, то надо отметить, что секрет их передается из поколения к поколению. На других заводах овощи чистят, тушат и фаршируют машины. Между тем, на этом заводе все делается как дома. Овощи парят, варят, жарят на природном, естественном огне, благодаря чему чувствуется вкус дыма. Затем очищают и фаршируют. Благодаря такому способу приготовления главной и неизменной особенностью консервов Royal является домашний вкус. Все говорят, что попробовав консервы Royal хотя бы один раз, невозможно их спутать с другими консервами. Для нашего производства мы используем только местное сырье. Сырье должно быть местное, чтобы было армянское, чтобы мы называли его настоящее армянское. На местном сырье мы создали завод и до конца будем работать только на местном сырье. В течение долгих лет компания проводила работы по улучшению качества, брала направление на расширение ассортимента с целью удовлетворения и повышения спроса. Консервы Прощанского коньячного завода в Армении продаются под товарной маркой Royal. В другие страны экспортируются под разными товарными марками. В России – Керякуш и Прощан Фуд. В Соединенных Штатах Америки – Грейт Масис. Во Франции – Ширак. В других странах – Прощан Фуд. В консервных заводах работают несколько десятков человек, в основном жители близлежащих территорий. Здесь для работников созданы самые комфортные условия. В сфере развития армянского сельского хозяйства компания Royal отводится большая роль. Мы имеем небольшую, но свою лепту в сфере развития сельского хозяйства. В конкуренции с другими производителями консервов компания Royal всегда хранила свою твердую позицию. Несмотря на то, что некоторые компании пытаются копировать продукцию Royal, меняя этикетки своей продукции, по возможности сделав похожими на этикетки продукции Royal, все равно от таких действий компания не несет абсолютно никаких потерь, потому что армянский потребитель сегодня достаточно грамотен, чтобы понять умысел такого шага. По моему мнению, не только мы, но и каждый бизнесмен, каждый владелец завода должен быть честным во всех отношениях. В первую очередь, в отношении качества своей продукции. Честным с партнерами, честным с людьми, с которыми работаешь, с кем имеешь достижения. Это очень важный принцип. Сегодня Прощанский коньячный завод является одной из армянских компаний с большим объемом экспорта и находится на передовых позициях среди компаний-экспортеров алкогольных напитков. Компания включена в список 100 налогоплательщиков, что говорит о большом вкладе компании в армянскую экономику. Завод имеет около 500 сотрудников и не перестает искать пути для дальнейшего развития. Прощанский коньячный завод сотрудничает с более чем 30 странами. Продукция завода экспортируется в Российскую Федерацию, Украину, Соединенные Штаты Америки, Японию, Китай и другие страны. Сотрудничество с другими странами поистине достигает гигантских масштабов. Сотрудничая с рядом партнеров, компания предпочла самостоятельно заняться продажей своей продукции и в 2008 году основала собственное представительство в России. А в 2010 году было основано представительство и в Украине. Сегодня Прощанский коньячный завод экспортирует свою продукцию в Германию, Беларусь, Соединенные Штаты Америки, Израиль, Китай, Австралию, Японию, Вьетнам, Англию, Францию, Туркмению, Казахстан, Польшу, Африку, Иорданию, Чехию, Канаду, соседнюю Грузию и во все прибалтийские государства. Важно отметить,
что экспорт в Россию и Украину производится собственными грузоперевозками. Сегодня компания имеет более 20 грузоперевозочных машин. Работаем как с армянскими, так и с иностранными грузоперевозчиками. Определенный процент продукции перевозится собственным транспортом компании. Прощанский коньячный завод сотрудничает с такими широко известными сетями гипермаркетов, как российский «Магнит», «Пятерочка», «Окей», «Перекресток», «Ашан», украинскими АТБ «Силпо», белорусским «Евроопт», американскими «Каско», «Уолфуд», немецким «Миксмарт». Несомненно, для нас очень важен фактор участия нашей компании в различных фестивалях и выставках. Каждый год принимаем участие в ряде выставок. Хочу выделить 4 самые крупные. «Продэкспо» в Москве, «Провейн Китай» в Шанхае, «Провейн Дюссельдорф» и «Провейн Сингапур». Прощанский коньячный завод на выставках всегда занимает свое достойное место, удостаиваясь самой высокой оценки. Нет слов, что продукция завода выделяется и пользуется массовостью на армянских фестивалях и выставках. Самое большое достижение нашего завода состоит в том, что наша продукция сегодня вывозится во многие страны мира. Нас высоко ценят не только на армянском рынке и традиционно на российском и украинском рынках, но и также на рынках, которые никогда не имели дела с армянской продукцией. Например, Китай, Южная Корея, Германия, прибалтийские страны. Это, я считаю, наше самое большое достижение. Если на протяжении многих лет мир признавал армянский коньяк, то сегодня с уверенностью можно сказать, что мир признает Прощанский коньячный завод. Продукция Прощанского коньячного завода полностью представлена во всех фирменных магазинах, которые действуют в Гюмри, Ванадзоре и, конечно же, в Ереване. В 2014 году в самом сердце столицы по адресу проспект Маштоца, 18, открылся фирменный магазин Прощанского коньячного завода, который сегодня превратился в неделимую часть Еревана и стал любимым местом туристов. Любители качественного алкоголя выбирают именно этот магазин. Здесь богатый и разнообразный ассортимент. И самое главное, каждый покупатель найдет подходящий его карману качественный алкоголь. Лучшую продукцию создает лучшая команда. В этом плане команда сотрудников Прощанского коньячного завода просто бесценна. Иногда даже один человек может многое изменить. Но когда находятся люди, которые собираются вокруг одной общей идеи, которые самоотверженно отдаются любимому делу, имея цель совершенствоваться, создавать новое, все может удвоиться и иметь еще большее развитие. Вот такой является команда сотрудников Прощанского коньячного завода, где все важны, где для всех качество сделанной работы является высшей идеей. И благодаря этой высшей идее Прощанский коньячный завод не перестает большими шагами двигаться вперед. Сейчас наша цель – еще больше расширить географию, увеличить количество нашей продукции. А еще у нас есть большое желание, чтобы по нашим алкогольным напиткам узнавали Армению. Наш коньяк насыщен солнечными днями. А в Армении дни бывают солнечными, даже зимой. И это значит, что армянский коньяк в самом деле лучший в мире. Особенно, если он произведен на Прощанском коньячном заводе, где тайна веков чувствуется благодаря вкусу и качеству. Итак, Прощанский коньячный завод – символ веков.